Республиканский этап научно-творческого конкурса «Макжановские чтения» стартовал в Петропавловске. Более 50 школьников со всей страны сегодня собрались в IT-лицее имени Макжана Жумабаева. К слову, выбрали наш регион не просто так, ведь здесь родина великого поэта. Конкурс будет состоять из трех номинаций. Это номинация научных проектов, это номинация выразительного чтения, это номинация «Молодой акын». То есть ребята сами будут свои стихи читать. Тулайды сынсып жапырақ, қайғылай сары түсігі, мүрденді құшқан топырақ, мүлденді жібергісі жоқ. Алихан Рахимбаев приехал из столицы. Сейчас он читает стих, который написал сам в честь знаменитого земляка. Личность Макжана Жумабаева, признается школьник, всегда его вдохновляет, поэтому выбор темы был очевиден. Макжан Жумабаев всегда оценивал себя высоко. Говорил: «Я солнце, я огонь». И это не было эгоизмом. Он любил себя, по достоинству оценивал свою работу. Я им восхищаюсь, поэтому написал стихотворение «Азажир» в память о нем. Двенадцатилетняя Адема Нурмухамед в подобных конкурсах принимает участие впервые. Однако совсем не волнуется. Школьница долго готовилась и тщательно выбирала произведения. Наизусть Адема знает 50 стихотворений Макжана Жумабаева. У Макжана Жумабаева сильные произведения. Он говорит: «Не повторяйте мою жизнь, она была трудной. Лучше стремитесь к счастью, к светлому». Меня тронули эти слова. После конкурса участников ждет экскурсия в село Сартамар, на родину Макжана, где пройдет церемония возложения цветов к памятнику акына. Сами чтения завершатся 25 июня. Награждение пройдет во дворце школьников. Победителям вручат ценные призы. Диана Салихова, Александр Янсен, МТРК.